Посмотрим элемент механизм вручения передач Zero Shift фирмы Honda. Стоящие ступицы полумуфт расположены на выходном валу ведомой шестерни третьей передачи и ведомой шестерни четвертой передачи, а также правая и левая кулачковых полумуфт. При перемещении левой полумуфты вправо включается третья передача, после чего перемещается правая муфта, позволяя организовать режим торможения двигателя. При перемещении правой полумуфты влево мгновенно включается четвертая передача, после чего левая полумуфта выходит из зацепления с шестерней третьей передачи и перемещается в сторону шестерни четвертой передачи. Описанный механизм позволяет производить переключение передач без разрыва потока мощности.